Между тем, спасатели Алматы обратились к жителям из-за гололеда. Там три машины. Здесь, посмотрите, здесь вот уехала в деревья машина. Это ужас! ДЧС призывают водителей и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах. Накануне в городе произошел дождь со снегом, что повысило аварийность. По прогнозу Казгидромета, выпадение осадков в мегаполисе продолжится с перерывами до среды. Городские власти просят автолюбителей не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать коммунальным службам. 500 метров спустя